Дорогие мои друзья и зрители моего канала, всем привет! Сегодня, ну короче, в этом месяце барону исполнился год. На данный момент его вес составляет 210 килограмм. У нас вчера был и дождь, и сперва был дождь, потом снег. Короче говоря, сперва весна, потом зима. Сейчас в тени плюс 5. Двор потихонечку тает, потихонечку убираю. За неделю уже собрал 35 точек. Только весь его навоз охренеть. Я его вчера только выпускал на улице, поэтому сегодня он более не бегает. Да, барон? Сегодня были в технике, взяли кровь, сделали укол. Сейчас он вас обожит. Взял камень, пошел. Да, мой босерок. Барон остался последний в красностепной, именно с холдинга. Из бычков остался один барон. Все. Эпоха красностепной закончилась. Красностепную породу к нам завезли еще в 50-е годы. 2021-м, к сожалению, их уже не стало. Вот остался один барон. Последний холдинг. Последний бычок с холдинга. Так что держать я буду его, пока хватит силы. Может быть, и 5, и 7, и 8 лет. Да, барон? Следующий ролик будет про обзор огурцов. К сожалению, сортовых семян я не нашел. Нашел только одни гибриды. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю здоровья и добра. До встречи. Пока-пока. Грязь не хочет бегать. Хитрый. Хулиган. Ладно, всем пока. Мирного неба вам над головой.